Всем кусь-кусь, с вами РСБ канал Зонтик Channel. Вот. Идем встречать Мишку Зонтик Channel. И заодно надо сходить на почту, потому что мне пришел выигранный мною приз с моего, с одного из моих самых любимых каналов. Это у нас Дмитрий Black Dead. Очень давно я на него подписан, еще 1000 подписчиков не было. Что мне нравится, он меня помнит. Вот. И мне довелось выиграть беспроводные наушники Bluetooth. Ну, наушники полбеды. Они сильно не нужны. Я все равно затычками не пользуюсь. А вот автограф на них, это да. Ну, в общем, всего по порядку. Все расскажу. Все покажу. Ну и как обычно, для меня минут 20-30, для вас следующий кадр. Что ж, а мы пересеклись с Мишкой. Стандартная дорога. Ну, он по телефону трепится. Зараза какая. Не, чтобы с Лёшкой поговорить. Нет, мы будем идти и трепаться. Ну, а мы идем на почту за посылкой. Посылочку я вам, естественно, покажу. Но, скорее всего, уже из дома. Ну, и в этом же ролике будет то, как... Мишка налево! Вот, будет как это... Мишка стримит небольшие кусочки, так скажем, вживую. Ну все, ждите следующий кадр. Ну что ж, я получил посылочку. Дим, огромное спасибо. Я тебе обязательно на почту пришлю ссылочку на ролик. Значит, вот у нас посылочка. Все, естественно, будет ненужное заблюрено. Другую сторону не показываю, чтобы я не парился с блюром. Вот. Там еще и номер есть, который вам знать не обязательно. Увы. Не все номера блогерам известны многим. Вот. Так что это, распаковочку уже отснимем дома. Ну и, в принципе, все. Ждите следующий кадр. И не забудьте подписываться по ссылочке в описании. Итак, к нам пришли наушники. Знаете, пауэрбанк неплохой достаточно, с быстрой зарядкой. Нам пришли наушники. Естественно, надпись вы не увидите, я ее заблюрю. Вот. Мишка у нас играет в ЕТС-ку. Нет, чтобы помочь инвалиду распаковать что-то. Вот эта душа сидит и играет. Покажи свое наглое лицо. Ну и кофе наш стоит. Который я уже выпил. Да, скоро стрима будет. Центр пока еще не перевозил, но таких колоночек, в принципе, пока достаточно для звука. Давай, сбей машину сопровождения. Ну, а мы сейчас это все дело раскурочим и посмотрим, что там внутри. Ну, собственно говоря, вот наушники. Фокус. Звук мы их, ну, все равно с телефона, с центра и микрофон не передаст. А вот надпись, Дим, большое спасибо за автограф. Вот надпись, это самое важное. Я еще пару лет назад сказал, что я возьму автограф, если что, так ножичек иди отсюда. Я взял. Так, ну давайте хоть посмотрим, что внутри. Естественно, снимать и распаковывать одной рукой я не могу. Мишка у нас играет. Кадёныш. Вот. К стриму готовится. Ну, сейчас тренировочный проезд сделает. Так что это... Ну, будете видеть уже вскрытое. Так. Мишка у нас ведет стрим, вы увидите, как это происходит. А мы пока посмотрим, что у нас тут кейсик в пленочке. Такая вот шняжечка. Фокус. А, ладно, сейчас перезапущу камеру. Бывает. А вот и фокус. Был. Вот. Такая вот штучка. Ну, в принципе, просто наушнички. Ничего интересного. Вот что интересно. А, автограф. Ну, а все остальное мелочи жизни. Наушники, конечно, скоро уедут.
Ну, что у нас еще тут есть? У нас тут есть проводочек. Это что у нас за эполовская хрень? Какой тут разъем-то, блядь? Ёптать. Хрен найдешь потом провод под это дело. Я вам фотки вставлю. Ну все, в общем, разъемчик на фотографии увидите. Инструкция, в принципе, Китай. Кому, конечно, интересно, ставьте паузу, почитайте. Даже английский есть. Так. Вот. А я вот сейчас ну и в принципе все. А дальше коробочка остается у меня, там автограф. Блять, наушники уедут по назначению, кому я их обещал. А это сюрприз для него. Наверное, уже думает, что я забыл об этом. Ни хрена, я об этом помню. Ну и все, дальше будем смотреть, как у нас происходит стрим. Первый на канале Зонтик Channel. Мишки, канал Зонтик Channel. Так, ну а теперь, как происходят стримы. Значит, вот у нас главный админ. Уже опять всю кровать сбросил. Кстати, он коробка с наушников, провод. Грей, вот я ее только вот застелил. Собака ты страшная. Собака ты страшная, моё. Косяка. Вот. Ну что ж, самого главного похвалили. Теперь, собственно говоря, вот. Круто получается, будет ролик. Да, обязательно ролик будет. Миш, не молчи с народом. Смотрите, какой серьезный. Вот, в лицо только не могу заснять, а то вспышка будет. Вы знаете, вот с таким лицом обычно идет живодер на убийство коров, чтобы нам мясо дать. Вот один в один. Через порт. Ты куда заехал? Сюда я должен. А, служба безопасности, лето-поле. Ну, в общем, короче, вот так проходит стрим. Здесь, конечно, нету подставки под микрофон, как у меня. Ну, чашка вполне его использует. Чашки я убрал с кофе. Кстати, кофе будешь? Можешь что сделать? Или вот чай с лимончиком и клубничным вареньем? Вот, вот это. Чай с лимоном, клубничное варенье. Печеньки у нас тут, пряники. Ну, так, по мелочи. Мишку, главное, накормили супом, так что можно и сладкого дать. Ну и осваивает руль. Кстати, крышечку от корпуса показать свою. Я ее еще никак не поставлю. Ну, так скажем, эксклюзив для ролика. Опа. Выглядит это вот так. Вот так лучше. Эмблемка и мы с зонтом. И Фокс уехал. Ну, все как обычно. Ну так, такой небольшой стайлинг. Так, ну а стрим у нас проходит в стандартном формате. Мишка стримит. А Грей смотрит на печеньки. И попрошайничает их. Так что он оттуда не слезет. Смотрите, какая морда довольная. Бро, у тебя есть друзья или знакомые, которые смогли бы мне установить ГТА 5 пиратскую тачку? Мама, мне человек говорил. Скажи сейчас минуту, я тут засниму. Короче, в общем, вот так вот. И вот он у нас, Ярик Водила. В телефоне торчит. На стриме. Негодяй. Пряники на следующий раз уже можно оставить. Печенье, печенье собаки. Вообще едет. Приготовьтесь к повороту налево. А, совсем адекватно. Изменение маршрута.
Да микрофон в чашке, это огонь. Поверните налево. Серьезный какой. Пизды. Он бы так все варенье съел. На дорогу не смотрит ни хера. Ну, короче, в общем, вот так вот проходит стрямы. Ну, а у нас сегодня второй день. Вчера не получилось Мишке погулять с Субанькой. Сегодня погуляет. Не-не-не, оттаскивай, давай. Прогуляться надо. Ну, а Грей, как обычно, Мишку таскает. Не отпускает. Ой, господи. Так, буду издали снимать, чтобы было красиво видно все. Вот. И туда. Туда. Не-не-не, Грей, пошли, Грей! Идем! Не лази, здесь кусты, собака. Грей. Кусака. Сейчас как дернет меня и улетит. Бывает такое. Давай. И улетел. Нет, тащи собаку. Грей, гулять. Бедный Мишка. Иди, Грей, я рядом. Ну, по дороге направо, налево. Направо. Право там. Там право. Кошмар. Ну, а видео у нас 4К. Все как положено, как обещал. Да, вот это называется, кто кого выгуливает. Мишка Грея или Грей Мишку. Вот. А ролик будет все в одном. И собака, и стрим, и все прочее. Иду. Нет, не надо его в лужу. Иди. Что он тут увидел? Нет, ни хрена. Ни белок, ни стрелок. Ой, собака. Иду, собака. Ну, вот такая вот легенькая прогулочка. Не буду вас сильно утомлять. Так что дальше немножко стрима Мишки по ЕТС-ке. Дай бог, Дем проснулся. И, в принципе, все. Ну что, увидимся в следующем кадре. Нет, это я еще засниму. По буеракам, по полям. Ну, а теперь все. Ну и, как говорит один человек, вот он наш маленький стример. Еще бы ездить умел, был бы вообще хорошо. Ты влезешь вообще? Нет. Ты медленно едешь. Не, ну я, чтоб ты не отставал. Слушай, да я догоню, так и так. Конечно, догонишь, до первого дерева. О, привет. А я недавно не спорился. Петр, привет. Кто? Петр. А. Здоровайся. Это свои. В описании говорит, дата не сходится. Тут очень много трафика, прям плотно. Не находит конвой. Находит конвой. Странно. Но не с первого раза находит. Попробуй еще раз. Дема, где техцентр? Нету. Все, еду на максималочке.
И вот он уставший, не сломленный. А у меня тут шкалом надо ставить, Дёма. Завершает стрим. Смотрите, как он сургозный. Он еще и парковку выбрал. Кошмар. Вот. Ну, а мы на этой оптимистической ноте стрим завершим. Потихонечку. Ну и ролик тоже завершим потихонечку. Так что снимаем окончание ролика. Всем спасибо за просмотр. На ролике присутствовал Грей Серая Кусюка. Вот он, кстати. Собака страшная. Мишка, канал Зонтик Ченел. Попрощайся с народом на ролике. Всем пока. Да, вспышка, извиняйте. Вот. И я, IRCB, канал Зонтик Ченел. Всем кусь-кусь. До скорой встречи. Ну что, будем заканчивать наш стрим.